Привет, друзья. Мы в декабре выходили последний раз, и я помню, что я обещал тогда, что мы следующий репортаж сделаем со съемочной площадки. И вот сегодня уже 10 число, 11 февраля, и только-только сейчас, мы с 1 февраля начали снимать, и только сегодня делаем репортаж. На самом деле у нас тут была масса приключений. Я помню, что я говорил о том, что мы едем в Оренбург за прекрасной солнечной погодой, но погода, в общем, нас очень сильно подвела, и первые дни февраля были просто ужасные. То есть, во-первых, сначала были снежные заносы, а потом солнца не было, потом пошли дожди, все стало таять, все превратилось в страшную грязь. В общем, мы, конечно, это было грустно и тяжело, и с учетом того, что мы очень хорошо готовы к съемкам, мы, конечно, очень расстраивались. Вот. Однако, вот сегодня у нас четвертая по счету смена. Должна была быть там какая-нибудь уже восьмая, она у нас только четвертая по счету смена. И мы так прямо на ходу переделываем наш КПП, придумываем, как выйти из положения. В общем, не сдаемся, и я думаю, что все будет хорошо, мы все равно победим. Вот, так что такие вот у нас новости здесь. Но я сегодня хочу немножко о другом рассказать, об одной вещи, которая меня очень волнует и которая мне очень нравится. Я сегодня вот, у нас сегодня съемочная смена в декорации деревни. И я вспоминаю, как это было придумано. Я вспоминаю о том, как я писал сценарий, представлял себе эту деревню. Потом, как мы рисовали раскадровку, и появились первые ее скетчи. Потом, как эта раскадровка и сценарий мы отдали нашему художнику-постановщику. И он стал делать сначала концепты. Потом эти концепты превратились в макеты, которые мы уже даже могли немножечко подснять. Потом эти макеты превратились в чертежи. Да, потом мы поехали искать натуру, куда бы поставить эти декорации. И потом эти чертежи превратились в настоящие декорации, которые через какое-то время встали на натуре. И вот сейчас я смотрю на эту деревню, и у меня удивительное чувство того, как идеи воплощаются в реальность. То есть такое воплощение идей, в общем. И еще вот сейчас буквально несколько там минут, и это начнет превращаться в кино. По-моему, это удивительно. Вот этим я хочу с вами поделиться. Все, пока.